Всем привет! Вы находитесь на канале Old Dutchman, с вами я, Владимир Казарчук. И сегодня тема этого видеовыпуска – почему бы не создать федерацию, не открыть своих клубов и кассировать бабло, сидя где-нибудь за столиком на Мальдивах, попивая кофе или Blue Curaçao. Так вот, мой коллега по работе Лео Бёнигер, бывший чемпион мира по тайскому боксу, четырехкратный действующий чемпион Европы по тайскому боксу, не имеет ни собственных клубов, ни собственных федераций. Он работает рядом со мной. Почему? Потому что этими деньгами, которые он мог бы зарабатывать на федерации, он себя прокормить не сможет. Открыть федерацию – это одно, продвигать федерацию – это другое, открывать школы и вести там всю вот эту бюрократию, набирая тренеров, преподавая методику и так далее – это ужасно огромный и тяжелый труд. То, чем занимаются японцы или американцы или китайцы, это уже давным-давно поставлено на конвейер. Это потоковая система, которая под собой имеет не просто федерации, а имеет сумасшедшее огромное количество филиалов и школ, клубов, которые, собирая взносы, питают вот эти вот федерации. Многие люди из моих старых знакомых, бывших коллег по работе спрашивали меня, почему я не открою свои школы, почему я не открою свои клубы или, допустим, даже ту же самую федерацию, так как у меня есть бранч для Германии. Я им пытался объяснить, но они никак не могли, наверное, до сих пор не могут этого понять, что их стереотипное мнение, к которому они привыкли еще в 80-е, 90-е годы, осталось там. И они все еще действуют и думают, именно согласуясь с этим стереотипным мнением. Вот вам, например, у меня рядышком, недалеко от моего дома, Академия карате. Традиционный шотокан. Человек 2 года назад получил 8-й дан, ему 60 с лишним лет. Он занимается всю жизнь этим карате, преподает, у него всего-навсего одна маленькая, как бы вот эта академия, один спортклуб. Он тоже никак не может открыть свою федерацию, потому что, во-первых, это сильнейшая бюрократия, сильнейшие тягомотины, проволочки. И открывая федерацию, создавая клубы, нужно постоянно с них требовать, чтобы они платили тебе взносы. Человек этим не хочет заниматься, человек занимается для себя лично, для своих людей, которые к нему приходят в клуб, и этого ему достаточно. То же самое не только со мной, но и с этим Лео. Я не буду говорить, я по классу, по уровню вот этих вот достижений намного ниже, чем он, но у Лео есть лицензия тренера, европейского стандарта лицензия. И тем не менее, он, занимаясь в клубе, изредка может помочь, не ведет тренировка, а изредка только помогает проводить тренировки, где-то что-то показывает, где-то указывает на какие-то ошибки людям. Почему он не хочет этого делать? Потому что, по его словам, даже такая тренерская лицензия европейского образца, скажем так, мирового уровня, потому что человек, бывший чемпион мира по тайскому, четырехкратный действующий Европы, тренерская работа не принесет ему никаких нормальных денег. Поэтому человек работает у нас на фирме и зарабатывает свою ежемесячную зарплату. Я работаю в этой фирме и зарабатываю свою ежемесячную зарплату. Тренерская деятельность не приносит таких вот баснословных денег, о которых кто-то когда-то мог подумать или сейчас думают. Многие, допустим, товарищи, приезжающие сюда из Белоруссии или из России, с Украины, с Казахстана, приезжающие сюда вот по работе, когда разговариваем мы с ними, они спрашивают меня, практически у всех у них возникает один и тот же вопрос. А что ты делаешь здесь, на этой фирме? Ты ведь можешь открыть своих клубов и снимать с них бабло. Ребята, понимаете, я могу открыть, к примеру, один или два клуба, но для того, чтобы открыть эти клубы, нужно иметь помещение, нужно арендовать эти помещения, нужно платить за них налоги, нужно платить зарплаты вот этим вот тренерам, ассистентам этих тренеров, нужно платить за оборудование,
Ни одно государство, скажем так, в Европе, а тем более касаясь Германии, никогда не выделит денег из государственной казны на покупку оборудования для, допустим, для карате. Те же самые макевары, те же самые лапы, те же самые мешки, и кимоно и так далее для спортсменов. Они не пойдут на это. Они будут тратить миллионы и миллиарды на просто футбол, но никогда они не будут вкладывать деньги в развитие нормального спорта, развивающего ваше физическое здоровье. Почему? Потому что футбол им приносит ежедневно сумасшедшие деньги. Люди делают вот эти вот ставки на футбольные игры. Люди платят, как ненормальные, за футбольные телеканалы ежемесячно. По 30, по 50 евро. Люди бегают на футбольные матчи. Люди покупают всю эту футбольную атрибутику. Это здесь поставлено на такой же поток, как в Японии, в Китае. Поставлены вот эти вот их федерации традиционных боевых искусств на такой же поток. Там они кассируют бабло за счет того, что различные европейские и другие клубы и школы якобы продвигают их стили, их направления в массы. Здесь, в Германии, то же самое делается, только за счет футбола. Они готовы платить сумасшедшие миллионы за то, чтобы привести какого-то футболиста, купить в команду, и чтобы этот футболист показывал свои достижения, показывал свою работу в этой команде с ребятами. Но они никогда не пойдут на то, чтобы развивать население, развивать физическое состояние, духовное состояние подрастающего поколения и вкладывать в это деньги. Они этого делать не будут. И поэтому, когда меня многие люди спрашивают, почему бы тебе не открыть свою федерацию, почему бы тебе не открыть свой клуб, если не хочешь делать федерацию, хотя бы пару школ, я им говорю буквально на коротке, это упирается в оплату. И все. Я не смогу прожить нормально, даже если у меня будет, к примеру, одна школа. У меня была школа 7 лет подряд. 7 лет подряд. И у меня, к сожалению, не было того дохода, не было того ожидаемого результата от этой школы, который я вот изначально для себя ставил своей целью. У меня было очень много людей. За 7 лет через мои руки прошло буквально человек 150 или 200. Был костяк школы, был костяк группы, которая занималась у меня несколько лет подряд, были одни и те же. За счет этих людей приходили другие, приходили, уходили. Но оплата крайне низкая. И поэтому утверждать или говорить, что «а все-таки, может быть, попробуете», вы знаете, когда вы не сталкиваетесь с этим вживую, вы можете строить какие-то планы, вы можете говорить о том, что вдруг это получится, но когда вы работаете в этом отношении, в этом направлении, и вы знаете все это изнутри, все вот эти высказывания, а почему бы тебе не открыть свою федерацию, у тебя ведь международный бранч, такие вот выражения кажутся просто немножечко наивными, потому что когда люди не знают, с чем это связано, что это может за собой вытянуть, с такими людьми неинтересно становится разговаривать. Поэтому я и говорю, те федерации, японские или китайские, которые имеют хороший доход, они живут не за счет своих японских филиалов, а за счет европейских и американских клубов, школ, или еще чего-нибудь, каких-то секций, которые, собирая взносы у себя, переводят в эту кубышку в Японию или в Китай. За счет этого там и живут хорошо. И за счет этого, то, что там живут хорошо, существует вот это стереотипное мнение, что тренер по карате или тренер по кунг-фу может жить припеваючи. Увы, это не так. Не забудьте подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями, оставить лайк, свой комментарий, если у вас есть желание. Ну и всем удачи! С вами был я, Владимир Казарчук, автор канала Old Dutchman. Всем пока!